Откуда он приехал? Да, папа. А кто вот бегает? Да, я бегаю. Кирилл. Абсолютно новый сайт с кейсами. Такого вы еще не видели. Прозрачная лента, постоянные акции, призы, игровые девайсы, айфоны и многое другое. А самое главное, выигрыш вы сможете вывести на Kiwi, WebMoney или Яндекс.Деньги. Заходи и побеждай. MoneyArea.net. Ну чё, Михалыч, как обстановка на работе у тебя тут? Да нормально всё, пашу как конь проклятый, просто это поле не перепаханное. Ты это слышал? Слышал. Где-то здесь. Ты это слышал? Давай проверим. Где-то здесь. Что-то пойдём. Такое? Кто? У тебя с кукурузой всё нормально? Никто не ворует? Воруют, постоянно какие-то бичи бегают и воруют. Тихо, вот они! Вот они эти! Кирюха, дави их! Эти гринка сраные! Ну иди сюда! Спалили! О, ребята, в общем, всем привет, с вами снова Кофе, Варпач, Твистер и Лерой, и сегодня мы будем играть в КС-ку. Хатыш, всем здорово, чуваки. Всем привет, ребят. Всем привет, ребятки. Ну и как вы поняли, сегодня вас ожидает, ну, необычный, скажем, такой режим для игры CSGO, потому что сегодня мы будем гонять на тракторе, сегодня мы будем собирать кукурузу на кукурузном поле, сегодня мы будем давить бандюгов, которые будут воровать эту кукурузу. В общем, вы сами сейчас все увидите. Да, это будет дико забавно, дико смешно, все как вы любите. И снова я маньяк. Тут вот, знаете, проверяли, я тут почти не катался на тракторе, тут надо же, включили записи. В общем, маньяк у нас сегодня гоняет на тракторе, а наша задача спрятаться в этом кукурузном поле. И времени дается где-то около 1.5 минуты, и мы должны выжить. То есть наша задача продержаться все это время вот в этом кукурузном поле. А Кирюха, ну, Так, прикол в том, что я вообще ничего не вижу в этом кукурузном поле, пацаны. Я вот тоже ни хрена не вижу. Вот, хорошо, Твистер. Если один раз Михалыч, скажем так, ну или Кирюха дотрагивается до нас, то мы умираем сразу же. Да, да, да. Пацаны, я уже слишком много кукурузы собрал. Где я все? Где я вообще нахожу? Не, я вижу что-то там, ну. Че ты видишь? Так, и чё? Ничего себе! Подожди, где? Близко. Ты на карте где-то был сзади, в смысле? И время мое кончилось, Я понял, в чем прикол, мы забыли снова сделать. Да, точно. Типа раунд тайм 60 секунд. В общем, каждый раз у нас получается маньяк, тракторист, убийца. Я не знаю, там, как еще какими словами можно просто описать эпитетами. Вот, он у нас каждый раз рандомно выбирается. Так, все кабинки заняты или куда? Нет, и свободные. У нас еще целая одна кабинка есть, на самом деле. Там черт какой-то появляется. Да, да, да. Лерой! А, я! Неплохо. Я хочу тоже тракториста. Так, вы готовы, да? Я тоже хочу уже выкататься. А я вот хочу побегать. Так, а где он? Откуда выходит? Вон, по-моему, из ангара из того. Убийца, дымтёр. Это прям реально очень круто, ребят. Дон-д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 он-
новый какой-то трактор. Да, да, вообще, трактор. А где трактор вообще, пацан? Я его не вижу. Я за ним бегаю. А, вижу. Не, ну реально, знаете, я вам скажу так, что это... Как это я сложно. Понимаю, это очень сложно, да, реально поймать. Ой, в этом да, он дрифтит очень сильно, просто сильно. Ты сквозь меня прошел. Пипец. Так, о, тракторист. Тракторист, алло. Так, и у нас такое еще условие, что мы бегаем только в кукурузном поле, потому что иначе из-за статью какого-то дерева... Вау! Ни хрена ж себе! Ни хрена ж себе! Мы, кстати, почти всю кукурузу собрали, понимаете? Вообще, давай. Скоро не останется ее на поле. Мне бы еще понять, где вообще находится Лерой. Кукурузник, тракторист, маньяк, убийца. Он с другой стороны от тебя. А, с другой стороны. А где, где, а, где, я где, пока где? Кукурузу буду собирать. Я тут кукурузу. Как мне повезло, капец. Вот это я лаки мен просто. Да, Кирюха, это беда. Кирюха, аккуратнее. Да, да, да. Он сюда едет. Нет. Сегодня в белом танце мы с тобой кружимся. Блин, заносит этот трактор, я реально. Подожди, Твистер, а как тебя убили? А я, короче, бегу по кукурузе, и так он вылазит резко. Смотри, он дрифтит, это реально. Вообще вижу. Блин, ну так можно бегать. Тут можно музыку из МФС-ки включить, и просто он, знаешь, дрифтит там. И тебя задавил трактор. Да, меня в последнюю секунду задавили. Но мы, по идее, продержались. Так, давайте снова ставим 60 секунд, вот эти все фильтры. Ребят, карта реально крутая, мы нашли ее буквально пару дней назад в мастерской. Так, и вот только сегодня решили записать. Да, карта реально смешная, крутая, прикольная, необычная, что самое главное. О, Лерой! Ну, бывает. Здесь рандом, ребят. Я стал быть убийцей маньяком на тракторе, вот серьезно. А, я знаю, как сделать. Блин, не успеем. Ладно. Блин, я тоже хотел сделать кое-что, но не успел.
давай, 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 Кирюха, Кирюха, погнали. Погнали. Миссия невыполнима. Тун-т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 ун. Никто здесь не бегает. Походу, он просто, знаешь, пьяный мужик на тракторе. Они просто по кругу там бегают, они реально просто по кругу там бегают. Да. В принципе, неплохо сидим, я думаю, да? Да, нормально такое. Нормас вообще. Твистер, нет, Твистер! Ты был мне как брат! Ты предал нас! Нет, нет! Смотри, он как это просто дрифтит! Прям в меня! Кирюха! Ну не повезло тебе, чё поделать? Он просто в меня влетел, капец! Это жестко, да! Он сейчас умрет уже. Так, ну давайте снова попробуем. Блин, я хочу уже покататься на тракторе, пацаны. А мне понравилось убегать, в принципе. Я тут два раза в начале поиграл, мне вообще нормас. То есть у меня геймплейчик уже есть, прикольненько. Но я вот готов поубегать. Не, меня прикалывает дьявол, который вас убивает, короче. Лерой, ты достал! Лерой, ты избранный! Ты избранный. Избран, да. У тебя знаешь, в душе, пока, у тебя течет кровь тракториста. Да, реально, да, 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 да. Так, ну вот что, парни? Гонщик тракторист, вот где вы такой еще встретите? И где? Паркурщик, паркурщик тракторист. Вместе, что ли, я не знаю. Надо, так, знаешь, просто засесть был и сидеть. А реально, давай такую тактику попробуем. Давай, пацаны, пацаны, давайте сидим просто. Так. Давай сюда, поближе сюда. Что столько, блин, ну че за... Знаешь, так, я, пацаны, давайте вот просто даже я сидим. Застреваю, вот, пацаны, давайте просто реально поиграем вот так вот. Просто сидим на месте, даже не двигаясь, вот как я вот сейчас сижу и все. Вот прям думаешь ко мне вот так вот. Да, ну а че, он все равно, ну это реально очень сложно начист, вот, вот, блин, сверху. Ничего! Откуда он приехал? Вот так вот, вот сложно вам. Так, а где, где Кирилл? Кирилл, где? Лерой уже просто. А где я? Где я? Где я? Уже, да, я уже приноровился немного. Где я, Лерой? Лерой уже просто привык к этому управлению. И знаете, что мне еще нравится, что на этой карте, ну нет ни ножей, ничего вот этого. Просто, знаешь, без худов, без ничего, как будто реально сейчас будем косить, ребята, вот это поле и собирать кукурузу, естественно. Тут есть маленький лайфхак, когда подпрыгиваешь, видно его этот самый. Кстати, дымок. Если вы заметите, ну вот когда сядете на трактор, здесь есть значок, короче, то ли взрыва, то ли что это, я не понимаю. Может, это отметина какая-то? Ты думаешь? Да. Что это было? Капец, капец, подкрался незаметно просто. Кирилл, как ты это сделал? Ты что, читер, что ли? Да, походу. А, вот ты где. Ни хрена себе, прочитал меня. Просто прочитал. Смотрите, я зашел в среднюю кабинку, и я... Так, я готов. Так, Олежа. Какой же классный трактор. Сейчас посмотрим, блин, какой Олег знал, у нас манер. Я просто не знал, что в КСК таким вообще можно заниматься, как бы. Будем косить, пока вот я так почти уверен, что он за мной бежит. Просто это этот поросенок Олег сел на трактор и уехал из Рашки. Пролетел прям перед глазом. Вау! Оп, это кто там такой? Нифига себе! Эй, нет! О, да. Тогда иди сюда, я тебя поймаю сейчас. Ты какой ты... Блин, как это сложно, реально. Да, это сложно. Да, трактор эпик. Ну, буду косить поле, пацаны. Вот вы не обижайтесь, но мне эта кукуруза важнее, чем вы, понимаете? Так, 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 так. Это, знаешь, ну, погоди, была песня такая. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, это нереально вообще. Вы понимаете? Да-да-да-да-да. Оп, иди сюда. Да-да-да. Па-па-па. Это кто вот бегает? Да вы чё это делали? Это я бегаю. Па-па-па. Кирилл, у тебя реально очень хорошо получилось пародировать эту песню. Давай запишем клип на YouTube. Да, надо срочно снимать клип. Надо срочно, да, пока есть такая идея. Так, это карусель. Сел в таз. Не, ой, какой таз? У тебя тут этот трактор. Подождите, а где Лерой? Я просто сзади где-то бегаю. Он рядом со мной, ты не в туда уехал. Не в туда. А слушай, а почему Олега столько времени? Я тут. Ой. Кого-то в поле. Остановитесь, Олежа. Не, Олег, он уже сзади. О, отлично! Отлично, мы выжили. Это реально сложно. Да, это сложно. Лерой тогда троих убил. Я вообще не представляю, как Лерой это делает. Рассвет здесь еще прикольный такой. Да, я вообще не знаю, кем нужно быть, но это нужно быть Лероем, да, чтобы надо быть, да, Лероем. Я хочу уже покататься на тракторе. А ты еще ни разу не катался? Ни разу не был. Вставь в середину, третья слева, третья справа. Это серединка, вот попробуй в нее. А, ой, промолчу. Какая там? А, вдвоем кабинку нельзя, да, занято, понимаю. Так бы сказали сразу. И тут заходит бес, заковыривает всех и... Ага, я маньяк. Спасибочки. Значит, это не как-то рандомная, правда, система такая. Нажмите скип там. Вот, у меня старт появился. Все, все, ребят. Вот, все, сейчас вот я показываю. Показываю всего один раз, как за полдвижения уничтожить. Это прям как, знаешь, прям как в бою такие, знаешь, перестрелка сейчас ровно на 12 часов. Оп!
Подождите, ой! Еееее! Просто! 360 ноускоп зиро! Мы же стояли за забором, ты чё? А я врезался, когда со всей скорости врезаешься, он сквозь текстурку проникает. Блин, было бы круто, чтобы тут еще можно было как-то текстурки ломать, ну вот забор выламывать прям вот так вот. Да, было бы круто, еще бы он так рассыпался на мелкие частицы тогда. Ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, нет, с Battlefield'ом тут уже перепутали. А где ты? Где ты? Я не вижу. Ага, конечно. Подожди, а кто остался? Я не вижу. Блин, вот Лерой, вот я не знаю. Я серьезно не вижу? У нас же правило, Лерой бегает только кукурузные поля. Он в своей среде, вот и выживает уже трактор. А реально, просто Лерой у нас, пацаны, фермер, реально. Нет, блин, Кирилл, как ты это сделал? Я говорю, я показываю всего один раз и, ну ладно, за три движения я это сделал, ну неплохо. Скилл, просто показываю скилл. Final round. А, ну ребята, тогда давайте на этом сегодня и закончим наше видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Также ссылочку на карту мы оставим в описании, чтобы вы также могли со своими друзьяшками поиграть на ней, также повеселиться, также побегать от маньяка, убийцы, тракториста. Ох, еле выговорил. Вот, и в общем на сегодня на этом все. С вами были, как всегда, Кофи, Варпач, Лерой и Твистер. Не забывайте подписываться на наши каналы, ставить лайки, оставлять позитивные комментарии. Также не забывайте нажимать на кнопочку рядом с подпиской, типа будильника, типа вот такого звоночка, ребята. Колокольчики! Да, колокольчики. Ну а на этом сегодня все. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока. Всем удачи и всем пока. Всем пока, ребят. This is Halloween. This is Halloween.